Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Артем, и сегодня в обзоре жесткий диск от компании Western Digital, серия Purple, на 4 терабайта, и маркировочку вы сейчас видите. О технических характеристиках: частота вращения шпинделя 5400 оборотов, 64 мегабайта кэш-памяти, и потребление в режиме чтения и записи данных 5,1 ватта. Сама Western Digital позиционирует данный диск как диск, который применяется в системах видеонаблюдения, однако ничего не мешает нам с вами использовать этот диск в обычных десктопных компьютерах. Ну а теперь посмотрим на его производительность. Скриншот, который показывает всю информацию о жестком диске, и непосредственно сами тесты. Crystal Disk Mark следующие результаты: для чтения 151,7 мегабайт в секунду и для записи 147 ровно. Результаты в программе HDTune 2.55. Минимальные 88,9 мегабайт в секунду, максимальные 154 ровно и средние 126,5. Задержка доступа 15,5 миллисекунд, бар стрейт 229,4 мегабайта в секунду и загрузка процессора 4,8%. Запись файла на диск размером 21,9 гигабайта произошла за 2 минуты 40 секунд со средней скоростью 140 мегабайт в секунду. Чтение того же самого файла произошла у нас за 2 минуты 41 секунду со средней скоростью 139 мегабайт в секунду. Средняя стоимость данного 4-терабайтного жесткого диска по данным Яндекс.Маркета 6703 рубля. Серия Purple, она специально предназначена для установки системы видеонаблюдения, но ничего не мешает, как я и говорил, использовать этот винчестер в обычных десктопных компьютерах. По своим техническим характеристикам он очень близок к серии Green. Имеет также частоту вращения шпинделя 5400 оборотов, 64 мегабайта кэш-памяти, но имеет чуть более высокое энергопотребление, 5,1 ватта, против 4,5 в серии Green. Вот такой вот жесткий диск. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, и пока-пока!